Ну, во-первых, с юбилеем Саши и с Сашей юбилеем всех вас. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вот. И хочу покаяться, что я, в общем, невыгодно отличаюсь от всех тех, кто сегодня выходил на эту сцену, потому что я, к сожалению, совершенно человек не творческий, я не создаю ничего, ни стихов, ни музыки. Вот. С одной стороны, это очень грустно, а с другой стороны, может, это и к лучшему, потому что, наверное, в этом случае даже такой человек, как Юрий Ким, не сможет обвинить меня в плагиате. Вот. А Саше я хочу сказать огромное спасибо, потому что на сегодняшний день я, так сказать, самая зеленая из тех, кто работал с Сашей. Буквально несколько дней назад мы с ним закончили нашу первую запись. Мне бы очень хотелось, чтобы из этого что-то получилось, потому что что может сделать настоящего профессионального человека, очень профессиональный от Бога, может сделать... Из головы наклоняя, словно юности подсвечена, как закат вечера, к небесам летишь доверчиво, ни на шаг не отдаляя. Помнишь, как черным золотом выживал проспект летели, мелко камни сколоты, листья легкие летели, давней осенью оплавлены наши взгляды, наши лица, все трамваи в парк отправлены, а в конце на кольце точно школьники стояли мы и не смели объясниться. И последняя песня Михаила Щербакова «Трубач». Такой диалог оптимизм с песнями. Наши дела так унылы, как больно дышать мы бы с тобою могли, но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо, что не говорит небо не раньше мечом, как не гласит, как не льет коронада, тут сколько не бейся, небеса мы ни почем. Ах, я бы не плял, дело окаянны, но ты посмотри, как выезжает на плац. О, наш командир, наш генерал безымянный, ах, это палач, это подлец и бояц. Бросил ни хулы, ни похвалы, ни достовые, да он догонит, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин, он лишь человек, что он волен решить. Ну, опять слез наших ветер не вытер, мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж смутин, ты горделив, как Юпитер, что тешит тебя в этом дыму неудач. Я здесь никакой неудачи не вижу, будь хоть трубачок, будь Бонапартом завис. Я ни от чего, ни от кого не завишу, встаньте, как я, ни от чего не завис. И чтоб ни бёдов, ни мёлого йода, жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода, да только они все остальное им в счет. Да только они все остальное им в счет. Тел из Парижа, в котором не сдержался,
не на секунду, потому что туда он прилетел из Нью-Йорка. Если он сейчас на ваших глазах упадет, то это произойдет от слишком быстрой перемены часовых поясов, потому что сейчас у него он далеко за полночь. Тем не менее, он здесь и рвется к микрофону, и все ждет, когда же я прекращу эту позорящую болтовню. Итак, перед вами Виктор Семенович Мерковский. Дорогие друзья, дорогой Саша, прошу меня всего сердца поздравить тебя с этим славным юбилеем. Я думаю, что все мы понимаем, что все мы здесь собрались, что все это состоялось благодаря твоему исключительному мастерству, исключительному искусству, которое к тебе притягивает столько людей. Но, может быть, самое главное, Саша, не в этом, а в том, что все эти люди испытывают в тебе чувство дружбы. Возможно, это и есть главный, вот эта атмосфера дружбы вокруг тебя. Возможно, это и есть главный ток вот этих прошедших лет. Я сегодня действительно не очень большой форме. У меня нет моего постоянного партнера, но выручает старая дружба. И я прорвался сюда, чтобы спеть хотя бы одну-две песни и быть тобой замечен. Допускается совместное пение. Ave mama, ave mama, ты легкая лария, белый скатертью дорога в ясные края. Ave mama, ave mama, водая прыгай, обнимись народ в акмарте нам далеко плыть. И до дома Amazon.
никогда, никогда на них Бога не настраивали суда. Только голодный Магдалина, быстроходный суда, только голодный Магдалина, крутит помры туда. Если не всегда, всегда по четверам, суда Thank you.
за горой крутой, остров опрокинул, море грозной. Здесь над самой бездной, над долиной мой, розовый облако медленно плывет, мне качает кормовый теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна, передана, передана. Будто не бывает мой страшный путь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, тёплый ветер дует в самые усы, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна, передана, передана. Непременно выйду в море царе, потеряв из виду призрака в скале, буду надо мною волны хохотать, падать стеною и засиять. Пусть увозит меня теплоход на закат, на восход. Пусть поет надо мною волна, передана, передана. Пусть увозит меня теплоход на закат, на восход. Пусть поет надо мною волна, передана, передана. Музыку на последнюю записывать, если что-то не произойдет.
трудно даже переоценить. Равно как и недооценить, чем мы обязаны этому человеку. Ведь... Он нас вывел, люди. Он нас заставил записать две пластинки, из которых одна уже вышла. А вторая, видимо, мы никогда. Столь же такая была селекция при записи этих двух пластинок. И мы решили сначала спеть Александр Михайлович что-нибудь приятное из того, что мы тогда записали. А потом мы подумали, что мы и так мы можем доедать во время записи с этим приятным песням. Поэтому мы решили ему спеть что-нибудь такое, чего он еще не писал. А потом подумали, что он уже все писал. И решили просто спеть новые песни. Дорогой любви, сердце, связи.
Отсюда наша 30 у нас не получалось. Александр Михайлович был не молитв. Другой
он из своего немного пения делал замечательные совершенно фонограммы путем разрезания и склеивания. Он записывал нас несколько раз, а потом из разных песен. Он говорит, ну как? Были песни, которые были склеены из 5-7-8 кусков. Причем совершенно непонятно, где на каком месте ловил какой-то звук, вот там на кочках цветочки. Я потом оставлял от одного. И так далее. Но самое главное, это, конечно, он тут показался на секунду,
Причем лицо увидели только мы, те немногие, которые здесь находились в это время. Но близит миг, когда он появится здесь, и при блеске этих ламп вы видите, вы глянете прямо ему в глаза. Да и то, кажется, вы должны поговорить еще по месту работы. А я тоже хочу сделать свой вклад в мою будущую пластинку, которую, надеюсь, Александр Михайлович запишет. Существует такая договоренность. Я спою несколько сочинений, которые я посвятил общим Даниилу Харусу. Первое сочинение можно исполнять в электричке. Петр Павлович ходил на работу, и не знал Петр Павлович того, что буквально всего через квартал Анна Дмитриевна жила от него. Петр Павлович любил хризантемы, он к зубному ходил на прием. Анна Дмитриевна писала поэмы, каждый вечер гусиным пером. Петр Павлович завел себе друга, Анна Дмитриевна купила ежа. Петр Павлович был лысым немного, Анна Дмитриевна как роза свежая. Что у них ничего не сбылось, Петр Павлович, я так видно, так все время и прожили прочь. Петр Павлович, я так видно, так все время. Школа не очень современного романса. Романс, написанный в подражании Александра Николаевича Вертинского. Автор будет очень стремиться грассировать, как незабвенный маэстро, хотя у автора ничего из этого не выйдет. Герцогиня. В Москве. Ни везде, с кем бы мы не граничили, и в ненастье, и в ведра, и вновь, и опять герцогиня во всем соблюдала приличия, вот чего у нее нет дня. И зарейтинг, дикарей, чьи ужасные обычаи, и в усилище брака, и в царстве теней герцогиня во всем соблюдает приличия, вот чего нет ни жалей. Даже будучи демоном зла и двуличия, предавать разврату и водку глушка, герцогиня во всем соблюдает приличия. И не кушала спару с ножом никогда. Герой шагал по Невскому и песню напевал.
не страшно вами финала, ни тайны горьких мук, ни шок не предвещало, нигде еще вокруг. Поэтому, по Невскому, герой шагал и пел, и даже вызывающе на барышень глядел. Но если он знал, что впереди, то все бы эти песни похоронил в груди. Небось, не одевался бы, как будто бы на бал, небось бы и по Невскому вообще бы не шагал. А так, когда не знаешь дальнейшей жизни путь, идешь себе гуляешь, по Невскому шагаешь, и песни напеваешь, и грустные не чуть. Быть бы живу, так
любили, мчались годы с той поры, мчались годы, стерлись клювы, раны зажили давно, только шрамы горькой памятью остались, а рябину всю склевали, да порвали на вино. Друзей не растеряли мы, зато теряли.
Сегодня здесь мои друзья на сцене. Дорогие друзья, позвольте мне вот сейчас поблагодарить прежде всего вас. Вас, потому что вы пришли сюда сегодня. Все, что делали сегодня здесь мои друзья на сцене, в чем я им, ну, хоть как-то мог помочь, это все делается в конечном итоге для всех вас, вот для наших зрителей, для слушателей. Я очень хотел поблагодарить сегодня всех участников концерта нашего, которые подарили нам, ну, у меня просто слов нет, такие минуты, такие, или вот эти три часа. Это... Ну, просто не передавай, у меня слов нет. Им глубочайшая моя признательность и благодарность. Я особо хочу поблагодарить художественного руководителя нашего театра, Татьяну Васильевну Доронину, которая предоставила возможность провести вот этот вечер на нашей сцене и в нашем театре. И также поблагодарить дирекцию театра нашего, администрацию, художественно-постановочную часть и все службы нашего театра, которые помогали организации и проведения сегодняшнего вечера. Я также очень хочу поблагодарить творческое объединение «Московские окна» и его директора Вдовина за то внимание и теплоту, с которой они отнеслись к этому вечеру. И, в общем-то, идея это была, в общем, их проведение этого вечера. Так что им большое спасибо.
Спасибо еще раз вам всем. До новых встреч на спектаклях, на концертах, на пластинках, кассетах, на компакт-дисках. Спасибо. Кадр будет. Очень
неприлично. Это что? такая вещь божественная. Это ликер. Но он легкий, он не сладкий. Сереж, дай, пожалуйста, один стаканчик. А вот водочку. Нет, надо стаканчик. Сереж, тебе не кажется, что ты поступаешь опрометчиво? Что я делаю? Процесс. Дошло, да? Дед, налей рабочим. А сейчас это проявил разговор. Ну, мужайся еще раз. Не отрывайся, так сказать. Сережа, спасибо большое. Можно я подойду? Ты тогда придет, тебе там пить одна. Танюша, да. Вот так. Прости, что я тебя засветила сегодня. Перед дирекцией, правкомом. Правкомом и комитетом комсомола. Да, от чистого сердца. Налетайте. Там вот хлеб есть. Есть вилочки. Ребята, давайте молотите это все дело. Я не знаю. Тарелочки? Да. Хлеб. Кто желает хлеб? Да не выключай ты камеру. Нет. Естественно, для себя. Да. Спокойно. Стоять, Орлик. Она не услышала. Вот так вот. А мы сидим. Хочу приличный дом пускаем. Так. Нормально, нормально. А мы со стола. А мы с руками. Придется это убрать. Так, добирайте быстренько, я пробую. Сколько детей было? Там как-то дети, мы. Русскую сначала брать отсюда. Да. Взял. Взрослые были как. Тогда еще придется. Добавьте. Отсюда. Да, и отсюда. А можно мне сказать? Тихо! Слово имеет сам самовед! Виновник. Виновник этого торжества. Я хочу предложить сейчас, чтобы все наполнили вот эти стаканчики, поскольку нет фужеров, рюмок и бокалов. И я предлагаю выпить за всех за вас, за тех, кто здесь собрался, за моих мы друзей. Еще не уходим, Сашка, нет. За тебя еще. Нет. Ты за моих друзей, не без которых вот это все было бы немыслимо, без которых то, что я делаю, или как бы сказать, для чего я предназначен, просто бы не состоялось. Тогда бы я был, может быть, там портным хорошим, там, я не знаю, сапожником, электриком, там, машинистом, вагоновожатым, летчиком, кем угодно. Может быть. Но вот без всех вас, вот тем, кем я сейчас стал, этого бы не было. Поэтому я предлагаю за вас, за всех выпить, за моих друзей, и чтобы мы всегда вот такими оставались. Короче, за Сашу Самовьева, ребята! Я еще не умер. Нет. Но когда умер, ты этого уже не услышишь. Это хороший слово. Подай ему. Уверяйте, а что делать? Подай ему, чтобы спустил. Иди туда. Замок ты, конечно, писал бы, как он сможет. Клеил бы потом. Ой. Мурку написать очень... Это великое произведение. Про Моцарта. А, про Моцарта? Кто сказал про Мурку? Тоже не слабый Мурку. А что, Мурку тоже Самовер написал? Мурку, да. Моцарт. Нет, я про Моцарта действительно о чем это было. Саша, давайте ее положим. Водочки. Пойдем? Пойдем по водочке. Нет.
Что если бы не было тех людей, которые присутствуют сегодня здесь, то, возможно, и не было бы вот этого вот такого праздника, да, праздника, такого, может быть, единения. Вы знаете, вот это самое главное. То, что он нашел, обрел таких друзей, которых хочется все время видеть. Не слышать. Саша, слышать? Конечно. Слышать, безусловно. Да. Вот, Саша, затягаю за твоих друзей. Но в конечной записи, Саша. Да. А на записях я вообще балдею. Спасибо вам, что вы держите его поздние приходы. Мы это понимаем. Вам за него спасибо. Спасибо за вашу терапию. Мы его почти не видим, поэтому мы нам очень рады. Вам не домой звали, вот вы устроили домой. А, вот так вот. Ну давай, выкидывай. Не серьезно. Нормально. Ну, вот, вполне. А мне завтра на совещании. Минуточку внимания! Давайте выпьем за человека, который сумел в этой сложной жизни объединить вместе людей. Вот сейчас, здесь ненавязчиво объединить и дать возможность общения и родственное общение. За Сашу Самовера. Ура! Если каждый из нас подумает, сумеет ли каждый из нас суметь объединить на своем 50-летии вот так вот, вот так. Вот таких людей, это великое... Единение народа. Единение. Так, хорошо сказал, тебя все поняли. Сказала письма. Без команды мы не Саша! Все. А теперь имеет слово начальник транспортного центра. Сережки, водочка. Я прошу, что за что пьет? За единение. А, 10 лет назад представить его невыносимо, вот такой уж. Он пока еще есть. Я хотел очень ему понравиться, поэтому я пришла в кожаных штанах. Как только я вошла в студию, сказала, что в этом конспирологии соответствует, от каждого органного движения они скрипели. Я была настолько готова на все, что я сказала, сейчас. Я снимаю свои кожаные штаны. Так, ты не вижу, да. Дай то женой. Сардины и рубашки подобие юбки. И так сказать, пыталась писаться так. Ничего не получалось абсолютно. После часа записи Саша сказал, минутку, я знаю, что нужно. Он вошел в студию, открыл железный шкаф и достал оттуда бутылку водки. Он сказал, ты будешь? В тот момент я была готова уже на все, сказала, буду. И вот после этого, через 5 часов, появилась совершенно чудесная кассета. Лучше которой. Давай продолжим. Купил бы той сибирской, которую у нас была. Ну, ее уже нет, но будет другая. Спасибо большое. Я для вашей всегда это держу так, чтобы...
Thank you.
Вы сегодня в адрес Саши, но я также хочу сказать, что если бы не было тех людей, которые присутствуют сегодня здесь, то, возможно, и не было бы вот этого вот такого праздника, да, праздника, такого, может быть, единения. Вы знаете, вот это самое главное. То, что он нашел, обрел таких друзей, которых хочется все время видеть. Слышать, безусловно. Да. Вот, Саша, затягается твоих друзей. Но в конечной записи, Саша. Да. А на записи я вообще балдею. Спасибо вам, что вы держите его своими приходами. Мы это понимаем. Вам за него спасибо. Как вы поможете на мою выдержку? Мы его почти не видим, поэтому мы начинаем. Вот и встретимся. А, вот так вот. Ну, давай. Это что-то несерьезно. Нормально. Ну, вот, выполняешься. А мне завтра на совещание в прошлом. Я поняла твой вопрос. Да? Эпку, давай, саму я не вижу. Ой, Макс. Я специально для вас эти скилы делал. У тебя совершенно неудачные рыбы. Значит, у нас первая рыба. Рыба там. Счастье. Нет, ну настоящие из Киева, да. Вот они плавают там где-то. Пьерцы. Вот они. Как припрячь? А у меня еще есть. Я тоже программа нашей встречи какой-то очередной. Давай за рулем. Да я вообще больно. Боже, ты знаешь, я, честно говоря, я так вот сегодня дергался, потому что Виктор Семенович должен приехать неизвестно как самолет, как багаж. Я знаю, ты же у вас там все. Если бы знал, что бы все было перед концертом, у меня пропал голос. Мне хотел специально полиглинить на нашего театра, по нашим материалам, мне вкололи глюкозу, у меня сейчас рука не разгибается. И это самое, и залили связки какой-то гадости. Я раз сказал, 3 часа будет работать. Ну, с 6 до 9. Нет, очень смешной концерт, мы все время смотрели. Мы все время смотрели на часы, говорят, осталось 15 минут, осталось 10 минут. А конфету дашь? Конфету перепишешь? А? Машины головы. Я не вижу. Вот есть, это вот рокеры, послушаешь концерт, они идут с границы электричку, метро там, раздувают все в древесли. А вот всего лица детей было много, а глазки такие светлые. Ну просто, понимаешь, вот... Все, кто сидел в зале, сказали, что ничего не было. Местами что-то не было. Я беру брата. Я так.
Минутку внимания! Тишина! На плечи! Тишина! Пожалуйста! Позволил себе роскошь не сидеть за пультом и не двигать все вот эти фишки.
Ты видел. Сегодня я сидел в зале, как обычный, простой слушатель и зритель. Сегодня вот эти функции выполняли мои друзья, мои коллеги. Саша Зильбер и Максим Левин. Я ношу.
Нам на бабочку выключим. Продолжение следует...